Всем привет! Это Катя. И сегодня расскажу про свою выписку из роддома. Выписывалась я из роддома в городе Воронеже под названием «Роддом Электроника». Рожать мне там понравилось, и если что, в следующий раз только туда. Роды произошли путем кесарева сечения, поэтому выписали меня на 7-е сутки. Встречать нас с малышкой приехала вся наша дружная семья. Так как это была зима и февраль месяц, малышку мы упаковывали в конверт на овчине. Мой муж, конечно же, сделал все по высшему классу. Приготовил машину, наклеил наклейки, шарики. Они с бабушками приготовили дома кроватку, застелили постельку. Все там повесили, так красиво все сделали, пока меня не было. Но украшения на машине из-за всей этой эйфории я так и не заметила. Потом уже посмотрела их на фото. Февраля 2014 года, в день нашей с мужем свадьбы и в день свадьбы наших родителей, мы привезли нашу малышку Дарьюшку домой.